Хейо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием «Властелин колец. Война на севере». Мы с вами в гробнице, как вы мне закончили на этом, мы убили одного босса, надеюсь, он будет один и больше не будет. Хотя, если здесь есть духи, здесь есть монстры, значит, не все еще кончено. И походу здесь будет последняя битва. Хотя не похоже на последнюю. Нефиг им стрелять по мне. Оп. Оп, голову отсек. Или это был не я? Это не суть важно. Так, перчи, херня. Все херня. Идем далее. О, колечко, нихера себе, неужели я что-то одену на руку? Начинаешь херовый. Хотя, может быть, если их починить. 16 уровень. Найс. А воля нужна. А воля нужна. Понимаю. Ну, тогда, ребят, будем качать потом волю. Как она бесит. Подождите, а воля сколько мне нужно? 16. У меня воли... Понимаю. Ну, народ, забиваем, короче, на волю, забиваем на украшение. Хотя качать чисто ради колец как-то не хочется тоже. Но на самом деле, ладно, потом посмотрим. Может быть, я что-то придумаю. Ну, допустим, воля, видите, вот поднимет теперь сейчас, если я это пойдем. Фиг знает. Пятнадцать к урону. Хотя можно. Да, ребят, можно, можно, ребят, все можно, ребят. Ну, ребят, вы чё? Кайф. Я разрешаю, как говорится. Я разрешаю. Я все продал, все, что можно было. Отлично. Кто, если не я? Да? Да, я. Да, да, я. Наручий. Ахрень. Я могу купить.
Да, за 600. Ну хули, ну давай. Плевать, плевать. Я главное наручи купил, вернул. Все. Отстаньте. Просто отстаньте. Все. Не разговаривайте со мной. Еще призраки. Да ладно. Берегись окружающих камней. Ну хотя бы мы теперь все ее вместе атакуем. Она меня не залюбила. Главное в голову попадать. А, лох. А чё в меня? Ну видите, она даже подвигнуться не может. Давай, давай, добивание. Изи. Вот и все. Ага. Думали они, будет все так сложно. Ага. Теперь я знаю против нее тактику. Но мне все равно нужно, чтобы у меня была мана при себе в этот момент. И хорошо, что я прокачал способность на откаты. Если я верно прочел следы происшествия Луны и Кирлана. Смотрите, это же обломки следопытного меча, я узнаю этот клинок. Он принадлежит Келларану. Это доказательство, что твои друзья и прямо здесь были. Но где? Следы ясно показывают, что здесь волоки. Ясно. Ну, понятно, кто больше нанес. Кто же еще? Нет, я нажал сменить персонажа. Нет. Мы сейчас используем, в принципе, телепорт, если что, в город. Отхилим того парня. Хотя, ладно, пошлите. Предмет у меня сильно сломат. Нормально. Живет. Так сказать, предмет еще живет. О, еще одно кольцо. Воля, везде нужна воля. Сказали бы сразу, что кольца это... Хотя я читал. От этого кургана у меня мурашки по коже. Здесь не место для живых. Идемте, отыщем моих товарищей. Будем надеяться, что мы еще... Нормально. Почему здесь имена дают маленькие? О. Опа. Что-то хорошенькое. Что-то двуручное. Хуйня. Вот это на... Прикольно выглядит, слушайте. Сейчас посмотрим, как он в бою. А, да, за вот эти.
брать решетки. Меня, если не ошибаюсь, тогда заперли, но я мог ошибаться. Кровотечение еще, видите, дает. Почему? Где щит? Но... Нам нужно попасть туда. Делайте, что хотите, ребят. О, туда. Такие можно открывать. Нет, нельзя. Показалось, что можно. Это она такую магию себе прокачала на отталкивание. Как бы то ни было, мне много урон наносят. Ну где вы так долго? Чё они со мной не идут? Пойдемте. Не оставляйте меня одного. Вы издеваетесь? Фу, блядь. Тупая. Ох, так пугать плохо. Вон он, чё. Бам. Бам-бам-бам. Что-то он побежал на меня. Хотя, если я буду постоянно защиту прожимать, то, скорее всего, мне и урона не нанесут, короче говоря. Молодец, он улетел. Открыть ворота. Идете? Ох, эти катакомбы. Чёртовы. А в Обливине, я вам скажу, там зомби очень сильные. Пиздец сильные. Если я тоже там в какие-то катакомбы спустился, там был зомби, и он просто меня бам-бам-бам наносил дэмэдж. Но тут немного используется атака лука, то также. Мана тут локация большая, очень большая. Хорошо бы изгнать призраков из этих гробниц.
натуре. Хорошо бы. О, вы мне спину прикрыли. А не, нихера, у меня хп не так уж много. Ну, пока что мы просто двигаемся вперед, по факту. Добьешь там? Я вас понял. Давайте, пошлите. Чё я должен из-за вас тут стоять? О, стрелы. Шустрее. А с чего вы стали? Вот почему вы стоите? Побежали, побежали. У меня место на компьютере не так уж бесконечно. Ну, на самом деле, теперь можно сказать, что и лук хорошо было бы прокачивать. Но они типа дерутся с этими, я типа поэтому пуляю. Вот видите, если бы она была бы умная, она бы сразу щиты ставила, когда этот меня пуляет. Опа, я сейчас только заметил, что у меня... Да, найдите боеприпасы. Ладно, хотя здесь еще не так уж долго. А чё мы стоим? Спасибо. А. Ну, я тебя понял. Ладно, я тебе помогу. Будешь стоять, он встанет. Все. Вот и все. А не, все-таки слышите, умения очень быстро спадают. Именно долгость. Ух.
Ладно, я понял, что лучше пока что ничего не трогать. Куда идти? Луин, он жив? Луин, ты меня слышишь? Очнись. Сила тут не поможет. Что может меч против чумы? Что? Что это? Уродан. Да, друг мой, это я. Я... Мне снились сны. Что с вами случилось? Как вы попали в этот курган? Я помню, что мы шли через холмы довольно быстро. Мы торопились вернуться к товарищам, а потом начался подниматься туман. И мы вроде как сбились с дороги. Потом мы услышали звучащий нас голос. Откуда-то издалека. Или из-под земли. А потом... Потом нас окружили мертвецы, и мы приснились сражаться с ними, но тут я ощутил присутствие кого-то другого, более сильного и жестокого. Я видел, как темная фигура схватила Келарна, и он упал без чувства, а потом фигура сбросилась на меня, и больше я ничего не помню. Но раз меня защитили так жившие в могиле, значит, и с Карлом случилось то же самое. Надо его найти. Мы так и собираемся. Мы так и намеревались поступить. У вас хватит сил просто? Да, думаю, я смогу угнаться за вами. Идемте же скорее. Теперь у нас помощник. Может, теперь ко мне будет... Мне кто-то будет помогать. Ладно, пока что сейчас быстренько я посмотрю, что у нас по предметам. Херня. Ладно, мечом еще попользуемся. Да. Мне нужно вниз. Стоп, мне нужно вниз. Как обычно. Большое захоронение. О, да. А чё он сам бежит вперед? Не, я типа сказал, да, что ты теперь будешь нам помогать, все такое, но не говорил, чтобы ты сам бежал вперед. Плохое предчувствие. А, пускай сражается. А мне сейчас не для этого. Хотя ладно. Я вас понял. И голова. Ладно, и так сойдет. Ладно, если не поет. Почему не я добил? Все? Ну, пойдемте далее. Плохо понимаете то, что он вперед. Это Киран. Охуеть. Нихера, здоровячок.
Ха, король мертвых. Что нам делать? А, серьезно? Ну, его убить довольно легко будет. Я еще хилку при этом потратил. А, там защита. Щит. Халявная хилка. Что это за черный хер, когда... Бац! 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 Не знаю, что это, но я думаю, лучше... А, понял. Его можно было добить, я видел. Так, сейчас же спрятаться, да, лучше. О, мои улетели. Ну, это очень легкая, типа, битва. Если бы, типа, каждую волну было бы сложнее. А вот, мелкие пошли. Если прежде чем что-то делать, мне платят все. А ведь как вариант, слушайте. Плюс левела. Я без шмотки. Хочу шмотки. Чик-чик-чик-чик. Ну конечно, почему же именно молот? Кому же лук? Хм. Горка видел другого мертвых. А еще Горша видел его останки оскверненным. Что ж, по крайней мере, теперь он упокоится в мире. Но ты, как ты себя чувствуешь? Сперва черный всадник, и теперь у мертвее. Человек вот такой не по плечу. Но нет, пока есть жизни, есть надежда. Спасибо вам за заботу, но не тревожьте обо мне. А ради павших надо жить дальше. Вам нужно найти... Так. Вам нужно пойти с вами. Ты пережил чудовищное испытание. Быть может, тебе стоит отправиться с нами в Ревенделл. Либо мы могли бы отвезти тебя. Нет, нет, я чувствую себя как... Ко мне возвращаются силы, скоро я снова приду в себя, и тогда я унесу тело Клара подальше от этих оскверненных могил. Пусть спокойся вместе с братьями, павшими при Санр-Гибере. Это пойдет. Да, это довольно... Так, достойное дело. Надеюсь, тем... Так, там его никто не побеспокоит.
Окей, давайте волю качаю, давайте, ладно, волю. Волю, волю, волю. Хотя стоит ли воля мне это? Хотя я могу носить украшения с одной стороны. А, ну в принципе, у меня уже урон не так сильно повышается, поэтому да, лучше волю качать. Хотя подожди. Повышает защиту на величину, зависящую от ловкости вашего персонажа. Я буду, наверное, все-таки себе этот качать. Ловкость. Хотя, пускай ловкость сама качается, да, я думаю. Плевать. Плевать, все, все, плевать. Надо было вот это прокачать. Ну и что мне делать далее? А, туда. Продолжить. О, мы походу уже во второй город с вами отправились. Если что, я вот эту херню на превьюшку возьму, да и все. Локацию. Ну, к следующей серии. Эрадан, рад видеть тебя и живым и здоровым. Эладан и Иерхил поведали нам, как ты показывал себя в Фоносте. Твоя отвага и стойка сделали честь всему народу. Большая честь для меня принимает тебя в своей доме и тебя в твоих доблестных товарищей. А это уже другой крит. Благодаря тебе за Форност. Если ты против нас вышел еще и Алгард, я бы точно сюда не добрался. И остальные тоже. Хорошо, что ты справишь. Справился. Рад новой встрече, Алладо. Ты знаешь, что всего можешь рассчитывать на меня, но порой я использую свои поручения, не знаю толком, какое его. Я думаю, пришло время объяснить ваши новые друзья, во что они ввязались. Мне просто не терпится во всем разобраться, я даже и представить себе не могу, значит, врагу могло понадобиться отправлять. Вы более чем заслужили и подобные объяснения. Вам что-нибудь говорили слово «погибели Исульдура»? Кольцо власти? Погибель Исульда? Одно из меня кольцо всевластия имени. Именно так. Кольцо всевластия. Оно же единственное кольцо, главное из колец власти. Долгие века кольцо Саурона считалось потерянным. Прибыло в забвение. И вот оно, найдено вновь. Хоббит? Тот самый, который спасли Араган, значит кольцо всевластия у него? Что с ним стало? Теперь я вижу, насколько мы были близки к поражению. А что вы будете делать с кольцом теперь, когда оно в Ривенделле? Не такого места среди зим, где можно было бы спокойно хранить кольцо. Продолжается. Может, ним это уничтожить. Уничтожить кольцо можно... То самое, в котором... Это пламя роковое... Вывесится в землю порт. Рота Гейнс, беги. Вы запихнули его туда. Но вы же не отправили полуорда одного без поддержки? Разумеется, нет. Его будет сопровождать Братство Кольца. Спутников у Фрода будет 9. Противным 5-4-властный Саурона. В Братство войдут представители всех народов среди земли. Эльфов, гномов. Вы с Арагоном тоже будете в их числе. Мы можем... Перед нами две равные угрозы. Назгулы и Агандаур. Нужно узнать все возможное об их планах и предложить до того, как Брасов вступит в дорогу. Мы разошлем развлечение, пусть осмотрят. Да будет так. С чего мы должны начать? Больше всего нас должен заботить Адагаур. Хотя Назугры... Враги опасны, и их цели на севере совершенно ясны. Вот что там замышляет Агандаур, с тех пор, как ему удалось от нас ускользнуть, это для нас тайна за семью. Думаю, нам недолго осталось ждать нападения. Не зависит Саурона, к эльфам великая
Он еще был забыл, какую роль мы сыграли в войне после Среднего Союза. Если ему нужно войска, он может собрать и его, и в то же время атаковать. Этанский шаник — это заболотная плата на одной из оторванных туманов гор. К северу от Ривенделла. Земли труда подъемные и живут. Не так давно я сам побывал в тех краях. Тогда на Этинском шамане не было никаким следов Агандаура. Ну и тролли мне что-то не попадались. Это меня тревожит. Думаю, где-то среди болота они собираются большое войско. Если так, то лучше нам заранее узнать об опасностях. Мы как следует обыщем эти скимшани и, надеюсь, найдем что-то вам. Меньшего я не ожидал. После того, что случилось о вас от Аргона и сыновей Эльдорона, однако вы и без этого предложили долгий и опасный путь, чтобы сразу же подвергаться себе новым опасностям. Отдохните, набирайте сил. Путь на Этинские шаманы — это отнюдь нелегкая прогулка. Будьте желанны гостей в Эмедре и отдыхайте здесь сколько пожелаете. Ну чё, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.